Друзья, всем привет! Славка снова с вами. И мой канал Ставкар Фишинг 11. Ну что, друзья, небольшой такой будет обзорчик. В общем, вчера я ездил к Илье. Это создатель коми-фишки. Он делает приманки всякие разные. Вот. Я вам покажу. Все увидите. Фотографии сейчас я вам выложу. Все, посмотрите. В общем, друзья, он продает свои, как сказать, изделия эти по очень низкой цене. В магазине оно дороже где-то в раза полтора, может, два. Вот, у него дешевле. Так что заказывайте, он делает сам. Какие хотите, сделает. Они у него съедобные. Всякие разные, с запахом разным. Вообще, ну, в общем, крутые вещи. Вот. Так что, ребят, смотрите, что было. А, да, еще он мне подарил еще подарки. Вот, у меня было днюха, он говорит, давай приезжай, я тебе подарю подарки. И все, не было времени к нему сгонять. И увидите подарки. Там, короче, будут крэнки маленькие на окуне. Воблер подарил он мне. Говорит, на, говорит, торговать будешь. И коробочку для снастей. Короче, все это сейчас увидите. Не переключайтесь. Смотрим.